Слушайте, позади меня так называемый зеленый рынок, хотя он уже давно не зеленый, просто раньше у него была крыша зеленая. Знаете, сколько ему лет? Ну, лет 20 точно. И я сейчас подумала, проходила, а там стояла семья, женщина, продавец и так далее. Я сама тоже покупаю там творог, а многие покупают там фрукты, ну, то есть такой крытый рынок, где можно купить что-то похожее на ярмарку, знаете, или... Я подумала, что у каждого поколения есть свои такие сферы, сообщества, пространства, где только им будет комфортно. То есть определенному поколению там некомфортно и ну, практически уже нереально работать в онлайне полностью с нуля. Я, если честно, сама как бы... инвестировала пару лет уже, чтобы перейти мысленно, морально, технически в этот самый онлайн. И я хорошо понимаю в этом плане людей, которые там чуть старше меня или там на 10-20 лет старше меня. Они же хотят оставаться ну, в обществе, работать и так далее. И для них супер важно это общение. Я просто сейчас пришла, и там они так все вместе улыбались, смеялись. И это очень-очень такое живое общение. И знаете, когда на рынке ты там можешь, ну не то чтобы поторговаться, но ты там выбираешь, ты там какой-то ну, особенная атмосфера. Вот, и, соответственно, я поняла, насколько это вот важно, чтобы у каждого поколения сохранялось свое пространство, не нужно это трогать, то есть не нужно из этого рынка делать магазин, вот, он должен оставаться рынком, ну, и повезло, что так он и остался, потому что я знаю людей, которые там работают по 15 лет точно, ну, то есть это для них их пространство абсолютное. Еще мысль у меня такая, вот сейчас вам покажу эту красоту. Каруселька. Вот. Еще у меня мысль такая в эту же тему про нас с вами и поколение там младше, что у нас же то же самое будет, то есть для нас тоже будет важна, там вот, например, для меня очень важно иметь возможность гулять, ходить далеко в пространственном плане, чтобы был лес или любая природа в пределах досягаемости, чтобы я могла там перемещаться. И, например, любое очень сильно городское пространство, супертехнологичное, для меня ну, уже не то. Это как людям, которые сейчас работают на том рынке, с которого я вышла, им нереально там быть в онлайне круглосуточно, ну, то есть именно чтобы это была работа. А так они наверняка, например, зарегистрированы там в соцсетях, общаются с одноклассниками бывшими или находят знакомых. Вот. Сейчас вот салют. Я его не видно, просто слышу. Поэтому... Я так понимаю, у каждого поколения какие-то такие пространственные важные вещи, они для, ну, как бы очень важны. И, конечно, тоже хорошо бы это знать про себя. Вот, такие мысли. Пойду делать дальше 10 тысяч шагов.